20-й ключ, и индивидуал прошел длинный путь, 5 гексограмм индивидуальных, впереди коллективные отношения. Представьте, это как художник, который на потоке рисовал картины, открыл картинную галерею, и вот теперь ему нужно пойти глубже в коллективные взаимоотношения, то есть впереди 16 гексограмма. И, соответственно, уверенность в себе – это дары. То есть это тогда, когда человек понимает всю ответственность того, что ему частично придется распрощаться со своей индивидуальностью и отправиться в коллективные взаимоотношения. Соответственно, в ситхах это будет присутствие, то есть еще больше углубленное взаимодействие с социумом. Ну а в тенях это будет поверхностность, то есть это человек не понимает, что с ним происходит.